Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня покажу принцип вязания носков тунисским вязанием с интересным способом вывязывания пятки. Этот способ удобен тем, что если пятка на носке протрется, то не нужно будет распускать весь носок, чтобы ее перевязать. Есть похожий способ вязания спицами, тоже всегда им пользуюсь. Носки вязала на ребенка 3,5 года. Длина стопы у носков получилась 19 сантиметров. Пряжа шерсть, поэтому мы можем сделать носки чуть поменьше, постирав их в горячей воде. Полотно станет плотнее. Ушло пряжи 80 грамм. Пряжа шерсть в 100 граммах 200 метров. Крючок двухсторонний, номер 5-6 по миллиметрам 3-3,5 миллиметра. Крючок для резинки носков 2,5 миллиметра, а крючок для пятки 1,7 миллиметров. Понадобится 2 мотка пряжи, один моток для наборного ряда, а второй моток для закрытия петель обратного ряда. Можно использовать остатки ниток, что я, собственно, и сделала. Использовала нитки похожей толщины. Плотность вязания 1,8. То есть в 10 сантиметрах полотна у нас 18 тунисских столбиков. Итак, начинаем с мазка. В скользящую петлю провязываем 19 полустолбиков. Стягиваем нить. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Второй ряд. Из каждого полустолбика предыдущего ряда будем вывязывать по 2 полустолбика, то есть получим 38 полустолбиков. Всего и больше прибавлять мы не будем, то есть это будет рабочее количество петель. Количество петель я определяла опытным путем, но потом поняла в процессе, что ориентироваться надо на плотность тунисского вязания. В данном случае плотность у меня получилась 1,8. Это для ребенка. Но если бы я вязала носки для взрослого, для обхвата стопы, к примеру, 24 сантиметра, то я бы набрала в начальном ряду 22 полустолбика и во втором ряду уже сделала бы 44. А так, напомню, у нас в работе 38 полустолбиков.
с третьего ряда на основное полотно будем вязать по кругу до щиколотки. Поднимаю петли наборного ряда рабочей нитью. С изнанки прикрепляю нить другого цвета и начинаю закрывать ряд обратный. Сначала провязываю одну петлю, это я делаю только один раз, самую первую петлю, и дальше всегда буду провязывать по две петли. Будем вязать по спирали. Всего до щиколотки я провязала, меняя цвета, 17 рядов. Следующий этап – это отверстие для пятки. Напомню, что в работе 38
петель. То есть 19 петель мы провяжем, как обычно, тунисским вязанием. Далее вспомогательной нитью наберем 19 воздушных петель. Пропускаем 19 петель основания и прикрепляемся к 20 петле. Таким образом у нас получается отверстие. И продолжаем вязать по кругу. В работе также будет 38 петель. То есть для этого мы поднимаем петли цепочки и также вяжем обратный ряд другим цветом. До резинки я провязала от отверстия для пятки всего 8 рядов по кругу. Для резинки я взяла крючок меньшего размера, 2,5 мм. Вязала резинку 1 на 1, чередовала рельефные столбики, лицевой и изнаночный.
пятка. Будем вязать пятку столбиками без накида. Для этого прикрепляемся к середине стопы и вяжем столбиками без накида, без убавок 2-3 ряда. Я вязала 2. Убавки делаем по бокам. Провязываем вместе по 5 петель через ряд. То есть 4 петли вместе и вместе с одной петлей, которая рядом. Оказывается, всего 5 петель по бокам через ряд.
Я так убавляла 5 раз. Потом выворачиваем носок наизнанку и закрываем петли, либо сшиваем. Вот такие тепленькие, плотненькие носочки получились у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!